Вчера в Березовском, точнее в его окрестностях, день рождения автомобилиста стал днем и причиной гибели пешеходки. Житель Екатеринбурга, отмечая свой 56-й день рождения, в половине пятого вечера стал преступником, когда из-за праздничного стола бухим пересел за руль своего Ниссана, фургона модели НВ-200, и понесло его по трассе в сторону Сарапулки. Причем несло так, что дальше 9-го километра он доехать не смог. Несмотря на стаж в 21 год, зеленый змей его, как водителя, победил и превратил в душегуба, задавившего пенсионерку, ждавшего свой автобус. Вот как об этом рассказали в ГАИ. Водитель автомашины Nissan не справился с управлением, допустил выезд на автобусную остановку, где допустил наезд на пешехода, женщины 54-го года рождения. Значит, после чего допустил наезд на деревья. По настоящему факту, давайте. Остановку, на которой ждала автобус 68-летняя женщина, бухой именинник буквально снес. Вот прям как будто ее здесь и не было. И сам замаскировался в глубине кювета. Пешеходка скончалась на месте еще до прибытия скорой. Но это не значит, что медики никому не оказали помощь. Именно с их медицинской помощью виновник выбирался из канавы. Если бы это тело было трезвым, то за гибель женщины оно отъехало бы на поселение на срок до 5 лет. Но 1,161 промилле радикально меняет ситуацию. Теперь от 5 и до 12 лет светит душегубу имениннику.